Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. А правда ли, что Ольга Барабанщикова снимала клип в Москве? Ай, да ты что, точно не в Киеве? Ах, покончила с теннисом, забросила ракетку, да в шоу-бизнес подалась. Уж он-то точно не устоит перед ее подачей. Смотрите. Ну, ребята, еще и вы приехали. Родненькие вы мои. Такая поддержка. Москва – наши дни. Не наши. Режиссер Михаил Хлебородов, оператор Владислав Апельянц и стилист Никита Нагибин с визажистом Наташей Власовой. Одних этих имен хватит, чтобы понять, не хухры-мухры команда. Одно осталось узнать сюжет клипа. Впрочем, о том, что эти ребята асы, сама Оля Барабанщикова узнала постфактум. Помог интернет и портфолио мастеров, которые на съемках были столь скромными, что товарищ-певица из Беларуси даже не сразу поняла весь пафос момента. Москва, ну, потому что здесь у меня есть возможность снимать хорошие клипы. Однако о сюжете клипа. Изначально я хотела снимать такое мини-кино. Страдания, страсти, слезы, я не знаю. Хотелось разбить стекло, что-нибудь вот такое вот прям. Пообщавшись с режиссером, мы решили отталкиваться от такого просто и со вкусом красиво, и чтобы можно было немножечко додумать каждому свое. Поехали. Чуть-чуть поднимаешь. Не бой, не бой, не бой, просто работай. Сама певица грустно пожимает плечами. Такие, с точки зрения скандалов, спокойные съемки вышли. Никто ни рук, ни ног не переломал, реквизит не испортил. Так слегка померзли, да и все. А не все! Как раз заходит Иван Охлобыстин. Он в соседнем павильоне доктора поигрывает. История умалчивает, о чем говорили белорусская певица и русский гуру. Но Оля держит марку. Улыбается загадочно. Готовый клип в Минск прибудет уже через пару недель. Оперативно, согласно прейскуранту. Презентацию видеотворения ждем совсем скоро. Оля обещала, что клип один показывать не будут. Заодно презентует и новый альбом. Ведь он уже почти весь напет, то есть записан. С вами была Оля Барабанщикова. И новый клип на песню «Тишина» появится очень скоро.